Борис Аркадьевич переехал из Иваново-Воденцова в 2000 году. После окончания мединститута стал служить по контракту в 25-м Центральном военном клиническом госпитале ракетных войск в отделении компьютерной магнитно-резонансной томографии. Все это немного завораживало своей новизной, своими неисчерпаемыми возможностями. И вот так получилось, что я тоже закончил мединститут, потом закончил интернатуру по рентгенологии и выбрал вот эту специальность. Сейчас он заведует отделением лучевой диагностики Одинцовской областной больницы, куда пришел работать в 2014 году. Тогда еще в Одинцовскую центральную районную больницу. Сначала руководил 18 сотрудниками, сегодня их 60. В стационаре налажена круглосуточная работа, в новой поликлинике с 8 утра до 8 вечера. При этом отделение лучевой диагностики, которым заведует Борис Аркадьевич, входит в пятерку лучших по Подмосковью. Я делаю все. Я не могу оторваться и уйти полностью в административную работу. День начинается, как он начнется, я не знаю. День начинается, как всегда, с телефона. Телефон может звонить в 6, в 7. И тут ты уже понимаешь, куда ты должен лететь сейчас. Либо в стационар, либо в поликлинику, либо куда-то по нашим многочисленным объектам, разбросанным по Одинцовскому району. И вот целый день, это называется, как белка в колесе. Ты бежишь туда, где сейчас возникает какая-то проблема и где нужно что-то сделать и помочь. Возможно, такому подходу к работе он научился у своего отца Аркадия Борисовича, который тоже сейчас трудится в отделении лучевой диагностики. Ему 74. Когда-то учился в математической школе, должен был пойти в МГУ, но выбрал медицину, а затем и рентгенологию, и не жалеет об этом. Два было, так сказать, у меня желания, или психиатрия, или рентгенология. Ну вот, рентгенология победила. Аркадий Борисович стал первым врачом в семье. Всю жизнь проработал на КТ. Был заведующим отделением компьютерной томографии Ивановского областного онкологического диспансера. Налаживал самый первый компьютерный томограф, который был установлен в Ивановской области. После выхода на пенсию он вместе с женой, Екатерина Владимировна, тоже медик, профессор микробиологии, переехал в Одинцово, поближе к сыну и внукам. Сейчас возглавляет кабинет рентгеновской флюорографии. Я очень хотел его видеть, поскольку специалист, он очень сильный именно в рядах врачей компьютерной томографии, но отказывается, говорит, нет, говорит, я уже встал, это очень сложно, это очень ответственно, у меня уже, говорит, возраст, поэтому, говорит, вот я уже буду сидеть на таком вот более скрининговом методе, более спокойном. При этом медицинская династия Гараська продолжается. Все самые близкие Бориса Аркадьевича – медики. Его старшая сестра Нина – анестезиолог-реаниматолог. Жена Анна – врач ультразвуковой диагностики. Кстати, сама из династии военных врачей. Медиками хотят стать и обе дочери. 18-летняя Дана – стоматологом, а 16-летняя Александра собирается пойти по стопам отца, заняться лучевой диагностикой. Я одобряю, абсолютно поддерживаю, потому что лично мне эта специальность очень нравится. За ней, как вы сами понимаете, очень большое будущее. И то развитие, которое сейчас получает вообще диагностическая вся служба, она несоизмерима с тем, что вообще было раньше. Два младших сына еще слишком малы, чтобы определиться с будущей профессией. Михаилу 7, Льву 5 лет. Но не исключено, что и они в дальнейшем займутся медициной. Ведь два предыдущих поколения этой большой семьи не променяют свою работу ни на какую другую. Без громких слов, поскольку я отработал больше 50 лет, значит, что-то значит. Если бы это не значило, наверное, я бы давно уже куда-то в другую сторону ушел. Тем более в те времена, когда люди в бизнес какой-то шли и так далее и тому подобное. Значит, видимо, все. Сложно, но очень интересно. И чем дальше, тем интереснее. Это очень интересная работа. Она меня захватывает, я бы даже сказал, и уже как бы без нее, наверное, будет тяжело, скучно и грустно в этой жизни. Наталья Гончарова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».